Скажу одразу, наступну страву приготую не я. Вперше я спробую її на вечірці свого друга. Та ви всі його знаєте. Це наш кулінарний експерт Сергій Калінін. Он може, да. Мені так сподобалося, що я замружив очі від задоволення. Я став просити Сергія рецепт, а він сказав, він поділиться, якщо ми запросимо його сьогодні, на все буде смачно. І ми це зробили. Сергій тут? Ну, як би. Ну, він зробив все для того, щоб цей рецепт ми узнали. Інтернет нам в допомогу, зараз зв'яжемося. Сереж, привіт! Привіт, Сергій! О, Дзідзьо, Надя, Ігор, рад вас бачити. И спешу поделиться с вами рецептом одного классного блюда. Мы приготовим вкусные картофельные бургеры, которые дадут фору любому аналогу из фастфуда. Ставим разогреваться духовку на 200 градусов. И оглашаю список ингредиентов. Картофель, яйцо, мука, молоко, дрожжи, говядина, красный лук, репчатый лук, растительное масло, маринованные огурцы, соль, сахар, черный перец, сыр, сметана, горчица, листья салата и лимон. Нам понадобится 200 граммов желтого среднекрахмалистого картофеля. Я их заранее почистил и поставил вариться. Мягкий, но не разваливается. Поэтому достаем картофель в миску. Пусть он чуть-чуть подсохнет, лишняя влага нам ни к чему. Так, берем сотейник небольшой, ставим на малый огонь и добавляем полстакана молока. В молоке мы будем растворять дрожжи, поэтому нам молоко нужно подогреть, но, конечно, ни в коем случае не кипятить, чтобы дрожжи не погибли. Сюда же добавляем соль и одну чайную ложку сахара. Для того, чтобы дрожжам было что поесть. И добавим по вкусу немного черного перца. А у нас есть время заняться картошкой. Ее необходимо растолочь. К картофелю добавляем смесь молока с дрожжами. Вот после того, как мы добавим молоко, добавляем 1,5 стакана муки, просеянной уже. Тщательно вымешиваем тесто. Надо смотреть, чтобы у нас было тесто, которое едва заметно липнет к рукам. Как любое дрожжевое тесто, наше картофельное нужно отправить на расстойку. Посмотрим на наше тесто. Оно увеличилось. С ним уже можно работать. Немного муки. Так, это противень у нас для булочек. Смазываем пергамент небольшим количеством растительного масла. Выкидываем тесто на доску. Делю на две части. Одну половину я предлагаю заморозить. Оставшееся тесто делим на две части. Каждую скатываем в шарик. И потом мы его приплюснули. Выкладываем булочку на противень. Нам понадобится одно среднее яйцо. Мы должны разделить на белок и желток. Смазываем поверхность булочки желтком. Так, и присыпем вверх кунжутом. И мы отправляем булочки в духовку, разогретую до 200 градусов, для того, чтобы быстро образовалась корочка. И пока булочки выпекаются, у нас есть время заняться главным ингредиентом, 100% бифштексом из говядины. Мы делаем классический бифштекс, в котором есть только мясо и лук. Ну, понятно, немного специй. Мы нашу говядину порубим и режем на небольшие кусочки. В этом процессе нам важно взять два ножа. Желательно, чтобы они были одинаковые, как минимум по весу. Легким движением руки наше мясо превращается в рубленый фарш. Берем одну репчатую луковицу. Луковицу чистим, режем на кубики в 5 миллиметров. Фарш. Значит, добавляем 1/4 чайной ложки перца молотого и 1/2 чайной ложки соли. Все тщательно перемешиваем. Теперь мясо мы отбиваем.
для того, чтобы она стала более пластичным и более сочным. Фарш готов. Берем сковородку, высокий нагрев. Когда начнем жарить, чуть-чуть огонь уберем. Добавляем 2 столовые ложки масла и ждем, пока оно раскалится. А мы тем временем сформируем из нашего фарша бифштексы. Берем в ладонь половину фарша, 3 столовые ложки с горкой. Катаем в шарик и бросаем на доску. Тыльной стороной ножа приплюскиваю до толщины примерно в 1 сантиметр. Ну и в диаметре где-то сантиметров 7-8. И теперь прокручиваем бифштекс и равняем его бока ребром ножа. Мы делаем бифштексы вручную. Но есть еще очень удобная штука, называется пресс для бургера. Это небольшой круглый контейнер с плоским рычагом. Кладете в контейнер фарш, надавливаете, и у вас мгновенно получается идеальная котлета круглой формы и идеальной толщины. В принципе, на специальных ресурсах в интернете найти такую вещь очень легко, сэкономив при этом массу сил и времени. Сковорода достаточно прогрелась. Это значит, что мы можем выкладывать оба бифштекса сразу. Очень удобно бургер прижимать именно шумовкой. Необходимо следить за бифштексом до того момента, как наверху начинают появляться капли сока. Это значит, что температура внутри бифштекса уже правильная. И, конечно же, стоит посмотреть на низ. Если там уже есть поджаристая корочка, можно переворачивать. Так, отлично. Бифштексы уже подрумянили с одной стороны. А пока бифштексы дожариваются, мы успеем приготовить замечательный ароматный соус для нашего блюда. Берем мисочку, кладем туда 2 столовые ложки сметаны, 1 чайную ложку горчицы, чуть-чуть лимонного сока добавим, щепотку соли и все тщательно перемешиваем до однородного состояния. Давайте опять вернемся к бифштексам. Так, начала появляться пена. Это значит, что у нас и вторая сторона уже где-то подходит. Картофельным булочкам осталось 5 минут в духовке. И за это время мы можем подготовить оставшиеся ингредиенты для картофельных бургеров. 2 вот таких средних огурца и 1 красная луковица. Нарезаем колечками. Теперь луковицу. Я сразу ее надрежу. Нарежу колечки и потом сниму с них шелуху. Вот теперь все готово для того, чтобы мы могли собирать бургер. С бифштексами мы закончили. Я хочу, чтобы они немножко полежали на салфетках и забрали лишний жир. Осталось достать наши булочки из духовки, и у нас будет настоящий бургер. Вау! Какие булки крутые получились! Они должны немножко остыть. Необходимо натереть твердый сыр. Нам понадобится 50 граммов сыра. Булочки уже остыли. Это значит, что мы можем приступать к формированию бургеров. Разрезаем булку, смазываем донышки сметанно-горчичным соусом по 1 столовой ложке. После кладем по 1 листику салата. Дальше идут бифштексы. Сверху положим по 4 ломтика огурца. Колечки лука. Немного сыра. Прижмем вот так вот все. И накрываем крышечками бургерными. На моем столе уже появились 2 аппетитных картофельных бургера. Но это еще не все. Я хочу поделиться с вами секретами поедания этого лакомства. Снизу мы держим большим и мизинцем, а сверху всеми остальными пальцами. И пробуем. Бургеры, которые вы приготовите собственными руками, будут всегда лучше, чем любые другие, где бы вы их ни покупали. Дорогой Дидзю, по твоим глазам я вижу, что этот рецепт тебе точно понравился. Не думав, що можна з бульби приготувати бургери. Сергій, до речі, дякую тобі за майстер-клас за поїдання бургерів. До нових зустріч, друзі, і приємного вам апетиту. Дякую, Сергій, папа, ми будемо зараз готувати. Пока, Сергій. Папа. Це все ви приготуєте вдома, тому що ми переходимо до 7-го місця нашого смачного картопляного рейтингу.